Детский сад на Звездочке возвращается в систему дошкольного образования. В здании на улице Железнодорожной начались ремонтные работы. Помещение детского сада пустовало 4 года. До этого там располагались начальные классы школы номер 6, еще раньше дошкольные учреждения. Детский сад жители микрорайона просили давно. На Звездочке уже есть два дошкольных учреждения, но они с трудом вмещают всех детей в микрорайон. В новом садике планируется сделать 6 групп. Одна из них – ясельная, рассчитанная на 15 человек. Идет капитальный ремонт. Возвращаем опять в нашу систему дошкольного образования детский сад номер 9. Проектируемая мощность будет рассчитываем на 115 детишек. Причем важно, что одна будет ясельная группа. Здесь сейчас выполняется полностью капитальный ремонт, такой глобальный, начиная от кровли и заканчивая всеми инженерными системами. Демонтируются перегородки, будут новые группы, новое все благоустройство. То есть рассчитываем получить в итоге такой современный, очень комфортный, очень приятный, очень красивый детский садик. На капитальный ремонт здания затрачено 45 миллионов рублей. Еще 15 миллионов пойдет на оснащение. Работы по капитальному ремонту помещений и благоустройству территории планируют завершить к концу декабря. В здании заменят инженерные сети, проводку, освещение, вентиляцию и канализацию. Установят современную систему безопасности. Во дворе появится детская площадка с мягким покрытием, беседками и игровыми элементами. Новый детский сад получит номер 9. Его планируют открыть в начале августа 2019 года. Анна Спиридонова, Михаил Кирсанов. Программа «События».